Так сейчас выглядит городской стадион в Тирасполе. Еще недавно здесь были площадки для футбола, волейбола, баскетбола, зона для воркаута, трибуны. Сейчас идет большой ремонт. В народе эту площадку называют резинкой. Последние годы тренироваться здесь стало рискованно. Можно было получить травму на ровном месте. Данное покрытие за этот долгий срок, который она служила, за это огромное спасибо. И она видела очень большое количество спортсменов. Ну, прямо даже трудно подсчитать за все это время, за весь этот период. Ремонт не проводился, и это покрытие было изначально еще с далеких советских времен. Новые площадки планируют построить до зимы. Также приведут в порядок дорожки перед стадионом. Все это первый этап реконструкции. Тротуары такие не очень хорошие, я надеюсь, сейчас сделают. Ремонт серьезный идет. Обещают, будет красиво и удобно. Спортивный комплекс построили в начале 20 века. Здесь тренировалось не одно поколение приднестровских спортсменов. А это поле видело победы Тилигула в первой лиге СССР, первые победы Шерифа в чемпионате Молдавии и дебют на европейской арене. Тут застыла эпоха, информационное табло когда-то показывало счет всех матчей. Сейчас интриги нет, оно просто не работает. Остановились и часы, трибуны разбиты. Это все восстановят, работы начнут в следующем году.